такие разные ничто. До встречи с тобой в наших отношениях было ничто, потому что там ничего и не было. После встречи с тобой в наших отношениях установилось новое, стабильное и прочное ничто. После нашего расставания наше ничто перешло на новый уровень. Наверное, имела 5 по диамату и стмату, хорошо училась в университете. И это не возврат к первой стадии, а совершенно новое ничто. Да, ничто, ничто, большая рознь. А еще говорят, что ничто – это ничего. Не согласна. Главное – выбрать правильное ничто. Такие разные ничто.